Абу Али ибн Сино родился в 980 году в бухарском селе Афшона и умер в 1037 году в городе Хамадан. После его смерти по приказу религиозных фанатиков в Багдаде на главной площади сожгут его философские книги. А еще через несколько сотен лет в Европе, после изобретения печатного станка, сразу после Библии, напечатают огромные 5 томов канона врачебной науки. Ученый написал более 450 произведений по философии, медицине, логике, музыке и другим наукам. Книгу Ибн Сино «Канон врачебной науки» использовали в качестве основного пособия в западной и восточной медицине на протяжении 800 лет. Ученый был известен в Европе под именем Авиценна, а на Востоке – Шайху-Раис. Ибн Сино был удостоен таких высоких титулов, как «Лидер среди мудрецов» и «Великий целитель». В истории человечества Ибн Сино первым провел операцию на глазах. Ибн Сино первым применил метод лечения костей посредством гипса. В процессе лечения ученый использовал 396 лечебных растений, они до сих пор применяются в медицине. На Луне есть кратер, названный в честь Ибн Сино. Мы, народ Узбекистана, потомки Ибн Сино.